Привет, друзья, товарищи! И сегодня у нас на обзоре тот мотоблок, про который много кто в комментариях много что говорит. Тот мотоблок, который выпускается у нас в стране. Тот мотоблок, у которого уже география распространения — это вся страна, начиная там с 2000-х годов. Это мотоблок Нева. Начнем мы, наверное, с того, что у нас Нева МБ2, есть МБ1. У нас более новая модель. Можете загуглить, почитать, сколько лет выпускается. Это не самая важная информация. Двигатель у нас Honda GX200. 200-кубовый мотор. В принципе, очень-очень похож на китайца. Я думаю, вы догадались. Почему? Мотоблок очень добротно выполнен. Здесь используется отличный двигатель Honda с высоким ресурсом. Качественный металл. Обратите внимание на навеску. Очень толстый металл. На раме офигительного качества металл. Ручки все сделаны максимально качественно. Тут уже, кстати, сварочка, тут варили. Шкив здесь стоит на несколько позиций, на две, для изменения передаточного числа. То есть мотоблок может не только быстро ездить, но может медленно работать на участке, обрабатывать почву, передвигаться с малой скоростью и высоким тяговым усилием, благодаря тому, что стоит два шкива. Сейчас, в принципе, на патриотах ставят два шкива и один ремень. Да, это прекрасно, то, что есть возможность понижать скорость, но ремни рвутся предельно быстро, часто. Сцепление у ремня не очень хорошее, они частенько проскальзывают. Мотоблок Нева относится к среднему классу мотоблоков. Вес у него около 98 килограммов. То есть, в принципе, аналог 900 ВМ. Идет к нему прицеп. Вот родной прицеп. Грузоподъемность написана 150 килограммов. 150 килограммов — это где-то 3 мешка. Резина здесь небольшая, 12-я. Такая же, как на мотороллере Муравей. На 300 килограммах груза она ложится. Давайте с вами посмотрим, заглянем в подвеску. А ее тут нет. Тут просто стоят рычаги, подшипники. И все. Борта откидываются. Точнее, задний борт откидывается здесь. Также у нас здесь в комплекте есть такой плуг. Плуги вообще с такими мотоблоками желательно использовать по песчаным почвам. По черноземам он не идет. Он просто его не тянет. Конечно, есть на мотоблоке догрузы. Сюда вот устанавливаются догрузы. Некоторые на колеса ставят догрузы. Но это все мучение. Также в комплекте с мотоблоком идут фрезы. У фрез захват около 60 сантиметров. Фрезы довольно высокие, но прямые. То есть у них вот это закругление имеет довольно-таки резкий угол. Между фрезами большое пространство. То есть фрезы друг друга не прикрывают. Предельно неудобно работать с такими фрезами, потому что они просто очень сильно ударяются по земле. Очень сильная вибрация по сравнению с китайскими мотоблоками. Также в комплекте здесь у нас идут колеса. Диски соразмерны 13 колесам, 13 радиусу диска. Именно диска, не резина. Такие же, в принципе, как мы ставим на дом. Протектор, кстати, тоже здесь такой же по высоте, как на дону. Единственное отличие — то, что здесь у нас закрыта, точнее 3 сантиметра площадка. А здесь вот открыта. Также тут у нас есть косилка.
Ну, думаю, как косилка выглядит, себе представляю. С косилкой, кстати, весьма уверенно. Идет мотоблок. И на этот мотоблок ставится КР5 косилка, которая выкашивает камыши и заросли там буквально до 3 метров по размеру. То есть с одним, всего лишь с одной осью вращения. И получается там на этой косилке, которая у нас два ряда ножей, а там один. По центру ставится она. Конечно, офигительная вещь, если в плане покосов. Кстати, мотоблок у нас 2012 года. Мотоблок почти нифига не отработал, а двигатель мы ему уже делали. На прицепе чуть варили. Тут серьга была отломлена. Так, по мелочи, в общем. Тут чуть варили. Ну, из минусов. Стоит он около 40 тысяч. Узкая колесная база. Его крайне легко перевернуть. Вот эти ремни, которые вечно нужно менять, которые проскальзывают. Передаточное отношение очень неудобное для фрезеровки. Очень неудобное. По скорости он намного хуже. Намного хуже идет, чем китаец во время обработки почвы. Неудачный фрез, малый захват фрез. Прицепчик весьма посредственный на 150 кг, чисто за пивом вдвоем смотаться. И тоже культиватор. Культиватор, функция которого фрезеровка, нарезка рядков и то по субпесчаным почвам. Видела, как с плугом работают. Ну, это просто... Блин, ну можно собаку запрячь в этот прицеп, она тоже будет его тянуть. Также и с плугом прицеп работает. Он не предназначен для этого, этот культиватор. Так что, ребята, ну не пользуемся мы им почти. Это не вой. Особого смысла в покупке данного мотоблока я не вижу. Хоть качество, повторюсь, весьма добротное.